Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, мы вас слышим. Как правильно нужно молиться? На что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста. Помогите, батюшка. Здравствуйте. В прямом эфире на телеканале «Спас» вы смотрите программу «Прямая линия. Ответ священника». И сегодня в течение 2 часов вам будет отвечать наш дорогой и очень любимый протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Вероника. Ну а пока мы ждем ваших звонков, предлагаю начать, батюшка. Вопрос пришел от Венеры. Мне 59 лет, пишет, я мусульманка. Не грех ли будет, если я приму русскую веру и покрестюсь? Ну, русской веры такой не существует. Хотя я понимаю, о чем речь. У меня в приходе люди 34 национальностей. Есть даже африканцы. Ух ты. Поэтому, здесь дело не в русскости, а дело в самой вере. Если человек верует, что Иисус Христос, или по-арабски Иса, действительно Сын Божий, сошел с небес. И он основал церковь, которая здесь и существует, и принимает свои члены через крещение. То любой может принять святое крещение для того, чтобы начать христианский путь. Независимо от того, черный он, белый, бурят или монгол, англосакс или кельт не играет никакой роли.